Привет. Допустим, у вас нет ни времени, ни возможности посещать тренажерный зал. Осмотревшись, вы не нашли у себя дома никакого спортинвентаря. Ни гантелей, ни штанги, ни скамьи. Да, так себе спортзал. И что прикажете делать? Без паники. На помощь придут несколько рулонов туалетной бумаги. Прыжки лягушка. Это идеальная разминка, которая моментально повысит частоту сердечных сокращений. Поставьте ноги на ширине плеч, а рулон бумаги установите перед собой. Присядьте, поднимите рулон, а затем выпрыгните вверх, задействовав ягодичные мышцы и мышцы бедер. Поднимите рулон над головой. Соедините стопы в прыжке. Приземлившись, согните колени, коснитесь рулоном пола, а затем поднимите его и выполните еще один прыжок. Повторите упражнение 15-20 раз. Отжимание сфинкс. Примите упор лежа, упритесь предплечьями в пол на ширине плеч. Поставьте несколько рулонов туалетной бумаги друг на друга между бедрами. При выполнении упражнения нижняя часть вашего тела не должна касаться башни. Напрягите трицепсы и оторвите локти от пола. Ваша задача – полностью вытянуть руки. Теперь опуститесь вниз так, чтобы локти оказались прямо над полом. Это одно повторение, а вы должны сделать упражнение 7-10 раз. Полноценная тренировка с туалетной бумагой, которую вы легко освоите дома. Отжимание с хлопком. Установите рулон туалетной бумаги под грудью и примите упор лежа. Опустите корпус так, чтобы он почти коснулся рулона, а затем оттолкнитесь от пола. Постарайтесь приложить все усилия и хлопнуть в ладоши прямо над рулоном бумаги. Приземлитесь, расслабив локти, и коснитесь рулона в грудью. Повторите упражнение 5-10 раз. Эти отжимания развивают трицепсы, мышцы груди и плеча. Отжимание человека-паука. Примите стандартную позу человека-паука, то есть упор лежа. Поставьте по рулону туалетной бумаги рядом с корпусом по бокам. Опустите торс ближе к полу. Одновременно поднимите правое колено сбоку так, чтобы оно оказалось над рулоном туалетной бумаги. Нога должна быть параллельна полу. Вернитесь в исходное положение и повторите действие другой ногой. Выполните 10 повторений. Это упражнение укрепляет мышцы, обычно задействованные в отжимании, а также мышцы торса. Отжимание на одной руке. Это упражнение подойдет тем, кто готов к серьезным испытаниям. Здесь на каждую руку приходится двойной вес. У вас получится максимально задействовать торс, так как ему потребуется дополнительная устойчивость. Сначала примите упор лежа. Затем возьмите рулон бумаги одной рукой и уберите его за спину. Рулон не должен упасть на пол. Упритесь второй рукой в пол под грудью и раздвиньте ноги шире, чтобы удержать равновесие. Повторите упражнение 5-7 раз и поменяйте руку. Статические приседания. Поставьте несколько рулонов туалетной бумаги друг на друга так, чтобы конструкция была вам по колено. Встаньте перед башней, раздвиньте ноги и слегка разверните стопы. Вытяните руки на уровне плеч. Присядьте так, чтобы бедра были параллельны полу. Корпус должен находиться строго над рулонами бумаги. Старайтесь их не касаться. Задержитесь в этом положении хотя бы на 60 секунд. Это упражнение задействует квадрицепсы, икры, заднюю часть бедер и пресс. Постарайтесь не смеяться в процессе. Прыжки через стену. Соорудите стену из нескольких рулонов туалетной бумаги. Высота зависит только от уровня вашей подготовки. Присядьте и перепрыгните через препятствие. Не останавливайтесь, вернитесь в исходную позицию. Это чудесная тренировка для квадрицепсов, ягодиц, задней части бедра и икры. Прыжки с приседанием. Встаньте рядом со стеной из бумаги, которую вы возвели для прошлого упражнения. Присядьте на корточки, затем, задействовав пресс, ягодицы и ноги, перепрыгните через препятствие, приземлившись в небольшом приседе. Повторите это упражнение максимальное количество раз. Альпинист. Поставьте два рулона туалетной бумаги друг на друга до уровня груди. Примите упор лежа, напрягите руки и ноги. Затем попеременно тяните колени к груди так быстро, как можете. Постарайтесь менять ноги в воздухе, поднимая сначала правую ногу, а затем левую. Сделайте все возможное, чтобы не задевать рулоны бумаги. Выполняйте упражнение 30-60 секунд.
Это упражнение особенно эффективно для пресса, квадрицепсов, трицепсов, ягодиц и задней части бедра. Высокая планка. Примите упор лежа, выпрямите руки, распределив вес тела на кисти и стопы. Но перед этим подложите стопку из нескольких рулонов бумаги под ваши бедра. При этом между вашим корпусом и бумагой должен оставаться небольшой зазор. Напрягите корпус так, чтобы тело образовало прямую линию. Старайтесь не касаться бумаги ногами. Попытайтесь удержаться в этом положении хотя бы полминуты. Боковая планка. В этом упражнении туалетной бумаги отведена та же самая роль. Она поможет вам удержать баланс. Примите упор лежа, соедините колени, поставьте несколько рулонов бумаги справа, рядом с вашим телом. Поднимите левую руку к потолку, обопритесь на правую. Теперь рулон должен оказаться прямо под правым бедром. Постарайтесь удержаться в таком положении полминуты, не задев при этом рулоны. Затем поменяйте руку. Планка с касанием плеча. Примите упор лежа, поставив рулон туалетной бумаги на полу прямо перед собой. Удерживайте тело прямо, вытяните правую руку, возьмите рулон и коснитесь им левого плеча. Затем поставьте рулон обратно и повторите движение еще раз, задействовав левую руку и правое плечо. Повторите упражнение по 10 раз на каждую руку. Берпи. Это упражнение дает возможность проработать все мышцы тела. Встаньте прямо, поставьте ноги на ширине плеч, а рулон бумаги прямо перед собой. Затем присядьте, положите руки на пол рядом с рулоном. Отпрыгните назад, приняв упор лежа. Затем, не останавливаясь, прыгните вверх. Возьмите рулон бумаги и прыгните как можно выше. Ваши руки должны оказаться над головой. Плотно сожмите ими рулон бумаги. Снова присядьте и поставьте рулон на пол. Повторите упражнение 10-15 раз. Как вам тренировка с туалетной бумагой? Еще остались силы? Кстати, если эта программа не оказала на вас должного эффекта, не спешите уходить. Вам точно понравится наша тренировка на кровати с гвоздями. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к админу.